Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш ролик о подготовке нашего дачного домика к покраске. Последний раз его красили лет 10 назад. Солнце, дождь, ветер сделали свое дело. Покрытие совершенно пришло в негодность. Но прежде чем красить, нужно убрать остатки старой краски. И мы отправились в магазин, чтобы купить все необходимое. В итоге мы купили перчатки, щетку по металлу и металлическую щетку для болгарки. Когда приступили к работе, поняли, что это очень пыльная и трудоемкая работа, поэтому без респиратора ее лучше не делать. Работали и болгаркой, и щеткой по металлу. Где-то краска отлетала легко, где-то пристыла намертво. После чистки основательно убрали пыль веником, а потом струей воздуха из краскопульта. В общем, результатом проделанной работы мы остались довольны. Чтобы ролик не получился длинным, саму покраску мы покажем в следующем видео. До новых встреч!